«Христос воскресе» – то не просто фраза, совсем не повседневные слова. Есть тот, кто не задумался ни разу, без воскресения Христа земля мертва. Когда-то в прошлом, далеко в начале, Адам и Ева совершили первый грех. Эдем закрыт, виновников изгнали. Проклятие греха легло на всех. Рыдал Адам, был в скорби безутешным. О, рай, мой рай! Не дом ему он впредь. Был непорочен, наг, теперь стал грешным, одетым в плоть. И в мир явилась смерть. Был проклят змей, и Евы жизнь в заботе, должна потомству жизнь давать в скорбях. Адама хлеб добытым будет в поте, из праха взят и возвратится в прах. Бог обещал Адаму утешение, когда покинул он Эдемский сад. Того, кто принесет всем нам спасенье, того, кто победит и смерть, и ад. И вот убийство, блуд и ложь, пороки, и в капищах взывал преступный сброд. Восстали в Господе великие пророки, и о Мессии возвещали свой народ. Но яд греха травил людские души. Нет мира, лишь разбойничий вертеп, увы, глухи, имеющие уши, и всякий зрячий беспросветно слеп. Кругом лишь тьма, слепой ведет слепого, народ сошел со светлого пути. Творец Господь в мир посылает слово, сам Божий Сын явился во плоти. Рожденный девой, истинное чудо, Сын человеческий, смирен, безгрешен, свят, был предан целованием Иуды и за грехи людские был распят. Любовь толпы изменчива, обманна и пролетит, как будничные дни. Вчера восторженно поющие «Осанна» сегодня требует «Распни его! Распни!» Осмеянный Христос одет в багрянец, венец из стерна вместо царского венца, нес крест к Голгофе, как послушный агнец, освободить от клятвы праотца. Вбивали гвозди, били, плоть терзали, пронзили руки Божьи и ступни. В страданиях его слова звучали: «Или, Или, лама сабахтани!» За каждый грех и скверну человека, за рабство омерзительных страстей, со дня греха до дня скончанья века страдал Христос Спаситель на кресте. Позволил тело взять Пилат, наместник. На третий день свершилось чудо из чудес, поведал ангел Божий, добрый вестник. Его здесь нет, он жив, ведь он воскрес. Для нас теперь открыты двери царства. Там рай, там наш небесный дом. Там нет ни боли, ни обид, ни рабства. Мы спасены владыкою Христом. Христос воскресе, милая Галина! Христос воскрес, любимая Рахиль! Христос воскрес, Сергей, Екатерина! Христос воскрес и нас всех воскресил! Елена, Вячеслав, Христос воскресе! Людмила, Петр, Дмитрий и Андрей! Ликуют птицы трелью в Поднебесье! Христос воскрес, Кирилл и Елисей! Христос воскрес, Наталья и Ирина! Брат Ездра, наш Господь воскрес! Христос воскрес, Олег и Валентина! Георгий, Ольга, Николай! Христос воскрес! Христос воскресе, Игорь и Никита! Христос воскрес, Татьяна, Алексей! Христос воскресе, Виктор, Маргарита! Христос воскресе, Анатолий, Тимофей! Христос воскрес, Роман, Данил, Мария! Христу Спасителю и слава, и хвала! Христос воскрес, весь мир, страна Россия! Христос воскрес, наш дорогой Игла! Христос!